Три идиота в Беловежской пуще в 1991 году развалили Советский Союз. Другие три идиота в мае 2014 года в Астане собираются восстановить его. Подпись Назарбаева будет нелегитимна. У нас не монархия, а республика, и поэтому за эту подпись его можно будет судить за госизмену. Состоялся антиевразийский форум. Выступающие показали, что политика Путина по отношению к братским государствам направлена на воссоздание Евразийской империи. Результатом этих братских отношений стал захват Крыма. Следующим на очереди может быть Казахстан, но Назарбаев в мае все равно подпишет договор о создании Евразийского союза, потому что не сможет отказаться от путинских пряников. И тогда появится широкая фронта граждан, которые, объединившись, должны быть готовыми к борьбе за сохранение суверенитета Казахстана. Евразийский союз... это и ежу понятно, только у ежа меня и вас точно никто не спросит.